Дорога в школу должна быть безопасной. В детском лагере «Березка» на Кумысной поляне прошла олимпиада, посвященная правилам дорожного движения. Она проводится 10-й год подряд по инициативе саратовской дорожной полиции. В программе олимпиады практика и теория. На велоэстафете оценивалось время и частота прохождения дистанции. Еще один конкурс был посвящен оказанию экстренной медицинской помощи. Нужно было наложить жгут, сделать непрямой массаж сердца. Состязались 4 команды – пешеход, зебра, ПДД и автоботы. Кроме знаний и физподготовки, ребятам нужно было проявить творчество. Жюри оценивали оригинальность плакатов и даже кричалок болельщиков. Наш девиз. Пусть и мал наш пешеход, но дорогу он всегда узнает и показывает место нам, где прошел бы сам. Направлен к тому, чтобы они вспомнили правила дорожного движения и, соответственно, вернулись уже как бы грамотно в том плане, чтобы быстрее адаптироваться к интенсивному движению в городе Саратове, чтобы как можно меньше они попадали под колеса автомобилей и были участниками дорожного движения.